приходится ездить, но так как вы видите, что он недоступен, то это происходит очень редко. А как вообще вы, вот сейчас несколько автобусов, с которыми мы не смогли попасть, как вообще вы попадаете в транспорт? Только на конечной остановке какого-то транспорта, который мне нужен. То есть я знаю, где находится конечная остановка, и только там сажусь в автобус, если он мне необходим. Вам помогают водители или кто-то? Мне практически никто не помогает. Иногда с большим скандалом, честно говоря.